Ты кроет жестко. Uh-huh. Кстати, Король и Шут. Мне нравится. Made in Russia. 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 Я продюсирую. Являюсь художественным руководителем. Мы молодые профессиональные рэперы. Мы молодые непрофессиональные рэперы. Мы не такие уж и молодые. Деятельность наша весьма широка. Нет уже никакого различия между русским роком и русским рэпом. Целиться как раз-таки на ТикТок, чтобы становиться популярным. 3 локации, 3000 рублей и немножко дешевого коньяка. Классно. Это вот было примерно вот в 10 метрах отсюда, вот на кухне. Вот и вся моя деятельность. И мне кажется, чем хуже, короче, наша реальность будет становиться, тем лучше, самобытней и, главное, отлетевшей будет музыка.